Друзья, привет, это новая серия. Я лечу из Лос-Анджелеса в Дубай, Emirates Business Class. Друзья, всем привет! Это новый год! Я в аэропорту. Это новый ролик. Я лечу из Лос-Анджелеса в Дубай. 16-часовой перелет. Emirates Business Class. Эй, ребята, привет! Это новая серия. Летим из Лос-Анджелеса в Дубай. Emirates Business Class, перелет 16 часов. Для начала проходим авиационную безопасность, паспортный контроль, а потом уже идем в лаунж. Иду в лаунж Emirates. Так как я пассажир бизнес-класса, мне полагается лаунж. В лаунже должна быть еда, должен быть Wi-Fi. Должны быть удобные места, чтобы отдыхать перед полетом. Эмирейтс отдельно от всех. Друзья, я пришел. Дали мне пароль Wi-Fi. И иду вперед. Друзья, мы в бизнес-лаунж Emirates. Здесь организован ресторан, много посадочных мест, человек, наверное, на 100. Здесь много еды, большой выбор, она свежая, постоянно приносит новую. Большой выбор десертов и закусок. Также есть алкогольные напитки, чай и кофе. Если вы в бизнес-классе, вам предлагается вот такая вот еда. То есть здесь есть вот набор блюд, есть алкоголь, есть кофе, есть чай, есть целый набор десертов самых разных, есть целый бар вот там далеко, и комната, где вы можете отдыхать. Это туалет в лаунже. Вот полотенца, вот такие вот мыло и живые орхидеи. Также есть душ. Кроме того, ребят, помимо того, что я вам уже показал, вы можете заказать здесь еду по меню. То же самое касательно напитков. Вы говорите, что, и вам приносят. Что, ребят, прощаемся с лаунжем Emirates, пойдем на посадку. Thank you.
doing this? What do I do? Thank you very much. Welcome across here, right? Смотрите, какой набор дает Emirates с собой всем пассажирам. А вот и меню. Выбор вина и блюд на ваш вкус. Горячие полотенца. Когда заказываешь еду, имеешь возможность выбрать среди многих опций и выбрать время, когда ты хочешь есть. Смотрите, бизнес-класса, что здесь есть? Здесь есть вот дезодорант и туалетная вода Bulgari, полотенца мягкие, крем и расческа. Здесь есть салфетки, живые цветы орхидеи. Доступен матрас. Я стелю матрас, укрываюсь и полноценная кровать. Можно спать все 15 часов. А я монтирую для вас новую серию о Нью-Йорке.
Я уже прилетел в Дубай. Но помимо того всего, что вы увидели в ролике, Emirates еще предоставляет вам трансфер на автомобиле премиум-класса из аэропорта до места, куда вы укажете. На BMW пятерки везут. Новый. Все, ребят. Друзья, на этом ролик будет заканчиваться. Остались свои комментарии, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Увидимся в следующих сериях. Пока.